засновано на реальних подіях, що відбулись у найогіднішій країні земної кулі. Дубльовано співучою українською мовою. Приветствую, Сергей Кожугетович. Вот звоню поинтересоваться успехами зимнего наступления. Давай, траве. Успех? Як пересохло, а? Ніби у горлі кошачий луток поставили. Ви обіцяли повністю освободити Донбас. А де моя іграшка? Я обіцяв. О, знов дурня врубив. Вадим Вадимович, к Новому году освободим. К Рождеству точно. Плюс-минус ко дню Советской Армии. Вот-вот. Буквально чуть-чуть осталось. Вадим Вадимович, очень плохо слышно. Тут просто связь плохая. Я в метро. Говорю, в метро. Не слышу ничего. Ви подивились майстер-клас на тему «Галімі відмазки». Ну і де? Буквально чуть-чуть осталось. Не, ну профі, нічого не скажеш. Не, значить, даю вам время до вечора, чтобы предоставить детальный отчет об успехах зимнего наступления. Це ж треба в слові обвісли зробити таку кількість помилок. Бравые ребята регулярной русской армии, не прекращая, продолжают вырывать Донбасс город за городом из рук бендеровцев. Ага. Вырвать еще с рук та тікати. Це суто російське. Донбасс, батяня, батяня, Донбасс. Хватит. Натерпелся. 8 лет тебя бомбили. Бомбили. Да не вы бомбили. Бой, як же вони усі вміють працювати роту? Ребята идут вперед. И если кто-то и упал, то парни не останавливаются. Они просто переступают и идут дальше. Без страха, без сожаления, без потерь. Без них та без рук. Вопрос решен. Собственно, и не было никакого вопроса. Заднюю никто не даст, потому что победа будет за нами. О, так само злагоджено будете в газі відповідати. Значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ціною не постоим. Красиво поют. Знатно п***ять. Тю, ти б ще ватман взяв. Тут пеперця для нотаток за глаза вистачить. Ще й залишиться. Заезжаю, Валерий Васильевич. Привіт, унилихно. Здравия желаю, Сергей Кожугетович. На себе подивись, п'є роту Вінське. Валерий Васильевич, где результат? Почему Донбасс до сих пор не захвачен? Де моя медалька? Мне необходим хоть какой-нибудь результат. Да хоча б така, як у пса патрона. Работаем, Сергей Кожугетович, работаем. Як сказав би Гіркін, ми все пр***ли. Смотри мне, Валерий. Не будет результата, я тебя на Суровикина поменяю. Ага, чтоб потом снова на Герасимова. Вот только от перестановки до убоби результат не изменится. Не можешь показать, так придумай, что можно считать успехом. Сбреши мне правду. Ну ладно, вот вам правда. Не может быть. Да, такое бывает, когда у человека совсем не вырастает. Ну, хоть в чомусь людина тянуть. Да, я даже не удивлен, потому что в России все через ж... Ну, тут навіть коментувати не треба. Мотовников пухлым местом крутит перед экраном, а Шойгу и Герасимов этим местом принимают решение. Так все логично.
Це дві половинки одного мозгового центру. Я завжди говорив о безсмисленності зимнього так називаємого наступлення. Но меня никто не слушал. Да слушали. Просто думали, что это газы. Мы продвинулись ровно настолько, насколько выпирает у Мотовникова спереди. Ой, не перебирай. Ого, Ваня, а ты что, уже умер и тебя переодели? Мне уже стеснилась моя мрия. Все, Настюх, пошел твой Ваня по карьерной лестнице. Меня заметили, оценили. И забрали работать в ФСО. Фекальну службу охорони. Я теперь в личной охране самого... Господа. Скоріше чорта плешивого. Та ты чё, Путина? Правда, я его еще не видел. А може и бачив. Воно ж таке маленьке, не кожен одразу помітить. Вань, это я чё теперь, в Москву перееду? Лівчик смогу в кредит взять. К Леніну, когда захочу, смогу ходить. Типова уява жителів глибинки про красиву жизнь. Ага. Только ты ж никому. Это государственная тайна. Ты ж таки сильно не бухай. А ты чего? Я могила. Минимум весь район знати буде. Здравия желаю, Евгений Викторович. Привет, опущенный. Белые косят дорожить об успехах. Как там наши дела? Путя волосся на дупі рве. Як справи? Дела в прокуратуре. А у нас тут пи***ц. Якщо очко не репить, їдь сюди. Сам подивись. Понимаю. Нам тут тоже нелегко. Вот. Ну аж какао с эфирками. Водяра закінчилась. Лакай це. Снарядов нет. За все время продвинулись на 200 метров. А ти пробили б снаряди, ви на 250 продвинулись би. Ми по 3 бараки бойцов в день теряємо. З такими темпами у нас в стране тюрми опустеють. Пункт первий. Рішена проблема з асоціальними елементами. Весь бізнес псу піца. Короче, якщо снаряди не даш, я лично приеду в Москву к Путину, и провал зимнего наступления ляжет на тебя. Ага, приїдь і краще на танку. Ладно. Будут тебе снаряды. Розводить фуфлижника на довіру. К вечеру не меньше 20 тысяч какао с зефиркой, б***ь. Цей фраер на зоне точно не выживет. Валерий Васильевич, выдели Пригожину 20 снарядов. Чуешь, кинь киску собаці, аби не лаяла. 20 тысяч. Х***сяч. Просто 20. Ох, і подобається мені, коне ото. Метушаться, бігають, психують один на одного. Я хочу обратиться к бойцам так называемого ЧВК Вагнер. Поки вас там всіх не перебили, слухайте. Чтобы было понятнее, буду говорить на вашем языке. Вечер в хату, сідайте на карти, полялякаємо. Чого ви бакланите на этого пестрюча Пригожина, который по масти тупо красный петух. Навешал вам на уши голимой баланды, а вы ведетесь как конченые лохи. Вы мясо личного повара хуя. Не будьте терпилами. Включите бошки и раздупляйтесь, если хотите жить нормально по-людскому. Можете меня штрафувати, але цю хуйню я перекладати не буду. Трактора я вам уже рассказывал. Лесбиянок и геев обсудили. Про то, как Умка клеща подхватил вроде тоже. Переходим к менее интересным темам. А самое про белорусский народ. Нам во что бы то ни стало необходимо добиваться мира на Украине. Сейчас сложилась уникальная ситуация. Что, пивень в дупу клюнул? Я это вижу и... Интуитивно чувствую. В мене третє око відкрилось. В дупі. Нельзя допустить ескалации. Может случиться катастрофа. Ясен хрен. Твого господаря може так перекосить, що ніяким ботексом вже не вирівнюєш. Так що попробуй рискнуть і предложить перемир'я. Ага. Чим більше відгрібають, тим гучніше кричать про перемир'я. Как там в пісні було? Миру мир.
Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет нет. Ай да, Сашка, ай да, с***цы. Таку характеристику не соромно вусатого і на надгробку написати. Пункт 2. Все мировое сообщество выступает за мирный договор. Уже веселее. Так, кто еще мне может помочь-то, а? Треба знайти п***на рівня Лукашенко. О, Дмитрий Анатольевич, дорогой, нужна твоя помощь. Ты ж премьер-министром был и президентом тоже. Вот как найти успехи там, где их нет? Ты спочатку пляшку покажи, а вже потім починай балакать. Сергій Кужугетович, у самого сейчас кризис жанра. Второй день никак ничего устрашающего для поста придумать не могу. Извини, на связи. Натякая на пляшку. Ванечка, привет! Ну, рассказывай! Крав же щось для мене в Кремлі. Да что там рассказывать? Поки ні, але ще й не вечір. Но ты Путіна видел? Діда нюхав? Не совсем, я. Трошки, на півніздрі. А не совсем, это чего? Ну, со спины, чё? Тип того, с половины спины. С самого місця прийняття рішень. Ты какими-то загадками говоришь, ну ей-богу. Чем ты конкретно в этом своем фісіо занимаешься? Тобі хоча платять, чи тільки костюма дали? Да так! За чемоданчик один отвечаю. Ты чё, с ядерной кнопкой? Ага, только сделанной попкой. А це вже нова частушка. Короче, задолбался я всё это дерьмо разгребать. И це не образный вислів. Пообещали, неделя другая, и на другую работу переведут. Вот тогда-то я, наконец, Путина в лицо-то и увижу. От навіть не знаю, що має гірший вигляд. С***ка чи його обличчя. Я войны не хочу. Я сам очкую ЗСУ. И я все сделал, чтобы в Беларуси ее не было. Морожу світ хуя, як можу. Мне тут сигналы поступают. Вот ты там, мол, под Путина лег. Для тієї справи достатньо і на коліна встати, кіс. Да никто ни под кого не ложился. Слушайте, там есть под кого ложиться. Свяжитесь с ФСБ. Пускай выяснят, под кого ложился Лукашенко. Так це не на ФСБ, а на OnlyFans шукать треба. Решета над мотовником. Просмотров, блин, два раза больше, чем меня. Как он это делает? Сейчас она. А, и раз. Рамзан Ахматович, вы заняты? Знов якоюсь фигнёй страждаешь. Добрый день. Конечно, занят, да. Думаю о нашем наступлении, да. Цікаво, яким місцем він зібрався думати? Вот об этом я и хотел поговорить. Какие успехи у ваших подразделений? Скільки відосиків за сьогодні? Большие успехи, да, поверьте. Можно сказать, колоссальные. Краще и не скажешь. Может, колоссальные? Я ж букву і сказав, да, колосальне, да, одна проблема, Дон. Эти отступающие вагнеровцы отстреливаются, Дон, когда мы в них стреляем, а мои орлы к такому не привыкли, да. Ну так, світлофори зазвичай не відстрілюються. Так может, ваши орлы пригожинских на фронте заменят? Меняю орлів на півнів. Мои орлы, парни, горячие, а в Украине зимой холодно. Все, спасибо, Дон. Нет. Нехай Ваньки гинуть. Пункт 3. Резко сократилось количество случаев изнасилования ДНРовцев и другого личного состава. Здорово! Можешь мною гордиться! Я теперь актер! Играю роль местного жителя! С тебе українець, як з мене балерина. Хоча ні, балерина з мене була більш аутентична. Ну, это круто. А в руках чё? Це продати можна? Не выдержал и половину сожрал!
Он все равно пробовать не будет. Стыд! Стюнь, это будет роль всей моей жизни. Может, мне даже Оскара дадут. Не сподівайся, Оскар вже у генерала Матовникова. Слушай, а вот этот Оскар, он что, золотой? Не знаю, а тебе на хуйня? Мені теж цікаво. Ну, зуб золотий вставлю. Буду первой леди в нашем поселке. Так. На Росії так. Зуби є, то ти вже перша леді. О! Кажись, Путін летит! Блядь, это не Путін! Оскара не буде, бо героя вбили ще до початку фільму. Короче, наше наступление захлебнулось. Тю, а что сталося? Да и так полная жопа. А еще Герасим фуфло толкает. Не понял. Всего 20 снарядов дал. Меньше снарядов, меньше зэгов. Сколько мне сказали, столько я и дал. Дав, як кіт наплакав. В смысле сказали? О, дійшло, що його наебують. Так, давайте не обсуждать малозначительные детали. Когда Одина в опасности. Будешь права качать наступного разу взагалі, хуй, что отримаешь? Вы хотите успехи Вагнера присвоить себе? Какие такие успехи? Какие успехи? Вы, твари, еще дождетесь. Выключай. Ну и что теперь делать? Чего ждать? О, не хочу спойлерить, але там ще стільки цікавого. Единогласно, 276 голосами, парламент Турции одобрил вступление Финляндии в НАТО. Президент Финляндии поблагодарил Турцию и 29 стран-членов НАТО за доверие и поддержку. Саули Нинистё пообещал, что его страна будет сильным и способным союзником, приверженным безопасности Альянса. Во всем виноват немецкий шпион Ленин, давший финнам независимость. Давно пора на этого мерзавца открыть уголовное дело за измену родине. Це вони так місце в мавзолеї для пуйла звільняють. Такой нации, как финны, вообще не существует. Это наши карели, зараженные вирусом гейства и лесбиянства. Росіяни – то взагалі не нация, то деградация. В 40-м году наши деды победили фашистскую Финляндию. Победим и сейчас. Отримали п***й тоді, отримаємо і зараз. Як то кажуть, можем повторити. Фіни. Сатана апокаліпсис. На дьявольському коні уже підняв свій ядерний меч. Ну, просто унікальний екземпляр для психіатричних досліджень. Спасибо, можете бути свободны. Цікаво, а на Лукашенко в нього встане? Здравствуйте, Сергей Кожугетович. Давно жду доклад о ваших успехах. Чекаю на неможливе. Успехи на яйцо. На обличчя? Вже цікаво. Рішена проблема з асоціальними елементами. Все мировое сообщество выступает за переговоры на наших условиях. Уменьшилось количество изнасилований ДНРовцев. Ну и навалив гімна. Більше, ніж у пуйла в валізі. Ну, допустим. А как вы объясните вступление Финляндии в НАТО? Цю херню навіть Соловьёв пояснити не зміг. Владимир Владимирович, это же наше главное достижение. Ух, нифига собі заявочка. Они, испугались, вот вам реальный результат наступления. Результат твого наступу – зведення генштабу ЗСУ. Но ведь НАТО будет рядом с Питером. Меня замочат. Ну и что? Бункер-то у вас в Сибири. Замочит, але ж не одразу. Предлагаю наградить всех причастных к успеху, в том числе и боевого генерала, который стал известен на весь мир. Не то слово «известен». Зірка. Насолоджуйся, збочили. Ох, и них себе. Так, це ще цікавіше, ніж фотки Лукашенка.